можно сделать, пожалуйста? У нас тут две машины неправильно припарковали. И мы тут машину вывезли. Можно эвакуатор вызвать, чтобы убрать эти машины? А как эвакуатор там или кого полить? Ну, направьте даже наряд полиции сюда, чтобы эти машины как-то убрали. Адрес, какой адрес? Адрес? Новоясеневская, 11/13. Новоясеневская, 11/13. Дворовая, да, территория, они встали, там еще до парковок далеко, они не могут, встали и машины не могут проехать. Как так? Да, вот машина стоит, две машины поставили, получается, еще до парковки, там я не знаю сколько места, а они не поставили их нормально, они их раскорелетили и все. Загородили дорогу, что? Ладья, Анатолий. Не, Ладья. Спасибо, будем ждать. Сотрудники полиции, сейчас будем ждать полиции. Знаете, что нам ходить негде, вот парковка. Они тут все время будут ездить. Будут строительные машины ездить. Где население будет ходить? Это же дорога, которая тупиком оканчивается. Изгадили все, деревья все попилили. Не проехать, не пройти. Вы сейчас к метро идете? Или от метро? От метро. От метро. Девушка тоже ходит, очень неудобно. Да не то слово, а вот эта дорожка, там просто ноги переломать можно. Сейчас приеду, побольше вы оставьте место под съемки. Не волнуйтесь, мне хватит. Вот люди все обходят этот КамАЗ, поставили здесь. Сейчас узнаешь, кто есть. Ты кто есть. Да? Это вот его зовут Анатолий. Вот этого товарища, который вчера набрасывался на людей. Как разговариваешь? Да. Это, слушай, Андрюх, дай мне, пожалуйста, номер эвакуаторов. Есть у тебя? Сейчас вас эвакуируют вместе с КамАЗом отсюда. Который, помнишь, ты говорил номер красивый? Номер эвакуатора. Ты хам-то, эй. Сейчас менты приедут, тебя заберут. Хорошо, давай. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит из адреса Новоясеневский проспект. Дом владения 11, дом 13. Переходе припарковался в грузовик. Пытается развернуться, где люди ходят. Пишите номер, пожалуйста. Да, дороги от метро. От дома к стройке. Ходят, и вот эти грузовые машины будут гонять. Где? Парковки? Здесь парковка нормальная, которую сделала управа. Я спрашиваю, да? Ты кто такой? А у них... Хама. Да, у них менты должны документы проверить. Я уже написал заявление, что проверим миграционное решение. Да. Наехали. Москва их туда золотит. Все хорошо. Такой большой испугался, надо же.
Такой смелый, когда ЧОПы тут 10 человек. А когда один? А? И дорожка. Где с колясками? А как людям ходить по этой дороге с вашими грёбаными машинами? Иди сюда, пожалуйста. Давай, посмотри, пожалуйста, сюда, дорогой дружок. Толик, не нервничай, много куришь. Слушай, колхозный чоп. Нормально? Или засветил кадр? Плохо получилось. Даже фотографировать нормально не можешь. Не то что строить. А куда они эти дели, кстати? Клумбы куда на дели? Они на стройку к себе затащили. А за кражу клумб как разбираться будем? А где у вас руководство? А что вы тут вообще без руководства делаете? Вы не санкционированно здесь находитесь. Идите, хозяин. Скажите, как. Ну, что им сказать? Ну, вот как пешеход, вот, скажите. Вот загнали, вот не пойму, как ходить. Вот, зачем вот тут такую технику загнали, вот не пойму. Мужчина, поверьте, ее бы не было, надо, если бы машины... Как она здесь вообще оказалась? Не надо вам объяснять. Как эти машины будут здесь гонять? Здесь тротуар, а не дорожное движение. Это вот это вообще-то тротуар. Я вот фура вот заехал сюда, это вообще непонятно. А если начнется стройка, они будут ездить тут постоянно. Лужкова же его нет, сколько уже у нас три года. Лужкова нет, а дело его процветает. Да. Я не юрист, вот я не адвокат. Вот это вообще тут отказ делает трудности на ровном месте. Это, пусть он здесь стоит, он держись отсюда. Люди просто сами делают проблемы на ровном месте. Не было бы ни затора, она тут бы не стояла, она уже давно уехала, и люди бы спокойно ходили. Да как она вообще сюда попала? Как она сюда попала? Не дали, она вчера стояла. Вот сегодня поймите. Вот. А? У вас знаете где? У вас дома, у вас. А это наш дом. Так нельзя, ё-моё. Все мы люди. Каждый хочет, чтобы спокойно, а не то, что вот это было вот и под окном. Мы хотим, чтобы спокойно, поверьте, было, чтобы не было этих трудностей. А что вы сюда приехали? Жили бы у себя дома спокойно. С какой области? Скажите. А, вот так вот. Не-не-не, вы скажите. Поймите, это военная тайна. Вы скажите, я военная тайна. А вы приехали, вы... Смоленской какой-то, может быть, с Калужской области вот сюда. Ну, приехали в Анталампович. Ну, вам деньги важно. Платят, вы тут хотите все заплатить. Так, я должен ходить из дома, спокойно проходить. А не так, что вот эта машина стояла, ну, вот это чего-то. Вы считаете правильным, когда женщина с ребенком кидается под машину под колеса? Правильно. Вы считаете это правильно? Правильно. Потому что я не считаю. Но если милиция нас не защищает, приходится женщинам с коляском защищать. Вот эти деревья, это их сажали не вы, а мы их сажали, вот эти деревья. Здесь она как бы идет общая дорога, правильно? Как бы. И там ездят машины, и люди ходят. И люди ходят. И первый день это здесь пешеходная зона. Пешеходная зона, обратите внимание, люди все, идут, что надо, все обратите внимание, понимаю. Здесь мы гуляем с детьми, там люди ходят, мы не гуляем и с детьми, люди ходят, так мы сейчас говорим там, ходят, где люди, стоит ваш КамАЗ, ходят, мы говорим ездят. О том, нет, где молодец, стоит значит, ваша там, машина. Да, говорили, что зайдут маленькую машину, это уже какая, смотрите, это же фура стоит, ё-моё, это уже... Еще дура будет ездить, и еще посильнее будут ездить. Посильнее кран поставить, ну как же. Все нормально, да? А этот, бетон будет залазить, бетон с КамАЗом откуда? Оттуда начнут электрику. Бетономешалка. Да. Вы боитесь чего-то? Вы же не боялись меня давить? Давайте договаривайтесь. Вы же давили меня, давили. Ни ГИБДД, ни эвакуаторы никакие не приедут. Это я вам сразу говорю. А вот у вас сейчас машина работает, между прочим, нельзя, чтобы она у вас работала. Вы находитесь на пешеходной дороге и на придомовой части дороги. Если бы родили дорогу, я не стал. А вам не надо было сюда изначально приезжать, потому что здесь не проезжая часть, а пешеходная дорога. Вы проехали без знаков. Вы знаки видели? Знаков нету.